Всем привет, меня зовут Сергей Лукин. Я являюсь онлайн-предпринимателем, работаю в интернете, у меня своя собственная интернет-компания, и я учусь в школе Михаила Агеева. Я узнал об этой школе просто из YouTube, мне попался видеоролик, и меня сразу же зацепило формат общения, формат подачи материала. И как в духовную сферу, знания в духовной сфере можно применять в реальной жизни. И из этой школы я узнал очень много всего полезного для себя. Самые запоминающиеся темы, которые спустя 7 месяцев я сейчас вспоминаю, это законы кармы, задача души. Эти уроки мне помогли понять, где я нахожусь. В плане, в каком духовном пространстве я нахожусь, да, и на какой сейчас стадии развития я нахожусь. Я обрел внутреннюю уверенность, потому что я перестал метаться, да, без понимания того, какую задачу мне сейчас исполнять. То ли мне сейчас деньги зарабатывать, да, то ли мне сейчас по духовной и карьерной лестнице подниматься. И сейчас мне стало все понятно, и я обрел такое внутреннее спокойствие, что всему свое время. И не просто это убеждение, а конкретное знание, почему именно сейчас я это делаю, да, конкретно то, что я сейчас в жизни занимаюсь. Я узнал, что я на своем опыте ощутил, что духовная сила это не просто какие-то слова или какие-то видео там слухи, что вот такие духовные гуру что-то делают, да. А я сам все это видел и сам использовал духовную силу и видел, как и под моими сессиями, да, из людей выходили темные духи. И после этого шли улучшения в самочувствии. Я ощутил, что духовные высшие силы не просто слова, а они реальны и не только в сессиях, но и в жизненных ситуациях, и они мне помогают в финансах и в моей реализации, и в обычных ежедневных ситуациях, в отношениях. Особенно за время обучения мне запомнились собственные сессии экзорцизма, когда каждая сессия реально имела эффект. И реально выходили, да, темные сущности. Это прям впечатлило меня. Также меня впечатлил живой семинар в Краснодаре. Хотя это не входило в программу. Сам по себе семинар дает очень много веры и понимания, осознания, как вообще взаимодействовать с духовной сферой. Очень сильно в мою жизнь вошли мои ангелы и высшие силы, да, и с ангелами помогают мне реально в материальном в этом мире, да, то есть в разных ситуациях, спасают меня на дорогах, дают мне классных клиентов, дают мне классных партнеров в бизнесе. Все очень реально. Помогают мне выстраивать отношения. По формату обучения мне понравилось. Почему конкретно? Потому что формат обучения эффективен. На каждую тему дается одна неделя практики, осознания. И каждый урок подкрепляется групповыми занятиями в маленьких группах, где присутствуют два куратора. У кураторов я всегда могу задать любой вопрос, который меня волнует. А само обучение в группе и взаимодействие с другими участниками дает мне более полную картину самого урока и осознание со всех сторон. Стоимость обучения, да, на первый взгляд она может показаться недешевой, но она окупилась у меня уже в самый первый урок, хотя там около 30 уроков, да. И цена несоизмерима по сравнению с ценностью, потому что я имею в виду ценность гораздо больше, да, потому что даже если вы пройдете первый урок
на повышение вибраций. И даже этот урок дает совершенно новое ощущение качества жизни, новые возможности и ментальное расширение. Не говоря уже об остальных уроках, да, не говоря уже о тех законах, которые лично мне помогли финансово вырасти. Учиться нетрудно, но и нелегко. Нетрудно, потому что материал школа не перегружена, дается достаточно времени для усвоения, для практики, для осознания, но в то же время нужно быть дисциплинированным, последовательным в изучении материалов, иметь естественное желание и потребность это изучать. Если сравнить меня до и после школы, то во мне очень сильно поднялась внутренняя уверенность, такой некий базис, духовно-ментальный, да, то есть я понимаю, кто я, где я, что я, что я делаю. Способности и знания, которые я приобрел, они позволяют мне также, они мне дали какой-то некий дополнительный рычаг и некий инструмент воздействия на свою жизнь, на свою реальность, что я подтвердил уже во время прохождения школы. И, наверное, это самое главное, хотя плюсов гораздо больше, которые я могу отметить. И я хочу порекомендовать школу Михаила Агеева, во-первых, тем, кто работает с людьми, хочет применять как бы духовную сферу для работы, для улучшения качества своей работы с людьми. И, во-вторых, вторая категория людей, которым я хочу порекомендовать, это тем, кто в целом хочет внедрить духовную сферу в свою жизнь, для того, чтобы для тех, вообще, кому не без разницы на свою жизнь, да, для тех, кто хочет действительно свою жизнь сделать значимой, для тех, кто свою жизнь хочет сделать наполненной, счастливой и быть в изобилии, да, быть в счастье, пребывать в гармоничных отношениях с самим собой, с окружающим миром, с окружающими людьми. Вот для этих людей я рекомендую эту школу.